Наверное, в нашей стране такой вариант приготовления говядины является самым популярным. Нежнейшее мясо, приготовленное в собой сметанной заливки, просто тает во рту, это неописуемый вкус. Простой рецепт говядины по-строгановски скорее всего многим уже давно знаком, а для тех, кто еще не знает этого замечательного блюда, я с удовольствием расскажу, как его сделать. Здесь все очень просто, и основной секрет в особой нарезке мяса, но с этим вы без труда справитесь и, хотя оригинальный рецепт приготовления этого блюда уже давно потерян и забыт, но я расскажу вам, можно сказать, уже классический рецепт говядины по-строгановски. Список ингредиентов в конце видео. Для начала нам необходимо нарезать говядину брусками поперек волокон мяса шириной около 1 см, а длиной 3-4. На разогретую сковороду кладем половину сливочного масла и обжариваем на нем мясо до коричневого цвета. Перекладываем говядину в отдельную тарелку, а на сковороде обжариваем нарезанный мелко лук. Всыпаем 2 ложки муки, хорошенько перемешиваем и жарим еще пару минут. Подписавшимся, больше вкусностей. Пока обжаривается лук, нам необходимо подогреть говяжий бульон, вливаем его в сковороду и доводим до кипения. Когда жидкость закипит, перекладываем в сковороду мясо, солим и перчим, перемешиваем все и тушим в течение 20-25 минут на медленном огне. Когда мясо станет мягким, добавляем к нему сметану и все вместе готовим еще около 5 минут, затем выключаем огонь и даем блюду настояться минут 7-10, а готовое блюдо отлично сочетается с любым гарниром, особенно со свежими овощами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. Говядина молодая, 400 грамм, лук репчатый, 1 штука, сметана, 2 столовые ложки, говяжий бульон или вода, 150 мл, мука, 2 чайных ложки, масло сливочное, 1-2 столовые ложек, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, количество порций, 5-6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите на канал снова, котятки.